хороший исход в свою пользу. Напомню, что тогда у Металлурга отличился Михаил Шульгин, ну а у Железнодорожников Ильин Галимов был вот, пожалуйста, Мануков на площадке присутствовал, но не он, а за Кузнецовский. Вот я смотрел, поскольку свои владения и наблюдал команду Николая Соловьева очень прилично, которого сделал, будет шайбу среднюю, там ее побежал и закрыл. Вот тут же момент и Апайка. Апайков, но настоящий, как большой степной клуб. Момент и гол! Чумовая шайба, честное слово! Просто красиво, просто душевно в хоккейном театре. А вот по колесику здесь словно из пулемета, трехметров, включение. 2-1. И не второй раз. И там нам разочки будут, конечно. Мальцев, ну зачем касание, если можно подработать? А вот ответ. Вот, вот лучшими игроками матча признаны в команде «Металлург Новокузнецк» Кирилл Лебедев, номер 4. В команде «Локомотив» Ярославль.